На строительной площадке работа не затихает ни на минуту. Масштабы впечатляют. На объекте одновременно трудятся около 2000 рабочих и свыше 100 единиц техники. Новый терминал больше предыдущего в 3 раза. Его общая площадь составит 78 тысяч квадратных метров. Удивлять новый аэровокзальный комплекс будет не только размерами, но и своим внешним видом. Необычный дизайн здания уже получил название «Крымская волна». Архитектурная концепция «Крымская волна» была выбрана потому, что она наиболее полно отражает специфику полуострова, да, и пассажир, прибывая в аэропорт Симферополь, с первых минут нахождения на полуострове погружается в крымскую природу, в крымскую специфику и начинает чувствовать на себе вот этот вот романтику Крыма. Реализовать задумку архитектора оказалось непросто. Строители установили 140 криволинейных колонн, каждая из них с уникальным радиусом и порядка 9000 стеклопакетов. Уделили внимание и внутреннему оборудованию аэровокзала. Новый терминал будет удобен для всех категорий граждан, уверяет руководство аэропорта. Новый терминал международного аэропорта Симферополь будет оборудован безбарьерной средой на 100%. То есть мы полностью обеспечим потребности лиц с ограниченными возможностями в перемещении по зданию аэровокзального комплекса. Терминал будет состоять из 3 этажей. Первый – это длинный холл без разделения на секции длиной в 250 метров. На 2-м и 3-м этаже будут приемы и отправка пассажиров. Причем благодаря системе телетрапов все сделано так, что потоки пересекаться не будут. Согласно проекту, новый терминал в дальнейшем можно будет расширить, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта. Общий объем инвестиций в строительство нового аэровокзального комплекса вместе с объектами аэропортовой инфраструктуры составляет порядка 32 миллиардов рублей. Это полностью средства частных инвесторов. 30% инвесторы вкладывают сами, и 70% это заемные средства крымских банков. Строительство терминала началось в 2016 году. Сдать объект планируют до начала следующего курортного сезона. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро.